И снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Карлик в свитере, и мы проходим Duke Nukem Time to Kill. За время вашего отсутствия я только и сделал, что уложил тут парочку крокодильчиков, а одного из них даже пустил на модные нынче сапожки. Ну, я не знаю, Дюк, я не знаю, как заставить эту штуку работать. Быть может, засунуть вот в эти странные штуковины кристаллы? Может быть. Так, ладно, попробуем сначала сюда пойти. Не понравится, вернемся. Опа. Вот это уже чемодан. Зашибись. Теперь у меня будет свой личный чемодан из крокодиловой кожи. Я думал, что тут кто-то будет. Но, к моему же счастью, нет. Эй, ты чё там... Ты чё там говоришь, сопля, а? Падайте, сопли, падайте. Опа! Да... Однако ловко этот чувак ползает. Леголас бы от зависти свой лук слопал. Наверное. Да, Дюк, неплохо бы узнать, для чего нужен этот странный кристалл. Так, стоп. Для начала возьмем пай-бомбочки. Идет пара новых чемоданчиков. Опа! Чувак, это не гекко, это какие-то другие, не фоллаутовские животные. Это даже не когти смерти. Какие-то, по сравнению с гекко, они какие-то хлипкие. Нет, наоборот, по сравнению с гекко, они какие-то слишком уж переросшие. А по сравнению с когтями смерти, они какие-то, ну, хлипкие, что ли. Да, именно так. Да, чуваки, я играю во второй Fallout, и мне он нравится. Вот только, к сожалению, я на него прохождение делать не буду. Вы уж не обижайтесь. Просто я не делаю прохождение фриплееров. Потому что их как хочешь, так и проходи. Для меня это невыгодно. Ладно, что тут у нас? Ага, трубопровод. Блин, не люблю трубопроводы со времен... Блин, в какой игре были трубопроводы, а? Забыл. Опа! Зашибись. Опа! Да, чувак, я тоже знал, что тут что-то есть. Да, целый RPG. Нам с тобой повезло, Дюк. Да-да, нам, а не тебе одному, козел. Ладно, что-то у нас внизу. Ничего. Опа, патроны. Патроны для пулемета. Это хорошо. Патроны для пулемета — это всегда хорошо. Потому что их обычно будет не хватать. Ладно, что там у нас. Опа. Чё ты там вякаешь, а? Ты, сало ходячее. Чувак, ты жрёшь бекон по утрам? Неудивительно, что ты такой тяжелый. Хотя на вид крепкий. Ну ладно. Меня он просто не прикалывает. Да, он брутален, как свиборг. Быть может, Свиборг его внебрачный сын? Или что еще круче, его отец? Не знаю, не знаю. По крайней мере, он брутален, как Свиборг. Почти. Опа! Что? Поюзанный броник? Ты че, Дюк? Не прибедняйся! Опа, тихо.
если что-то слышал. Ну давайте, сволочь, идите сюда, я вас не боюсь. Вау! Куда мы попали? Ладно, я думаю, очки можно снять. Опа! Так, а... Ух ты, там что-то интересное. Кия! А... Что это такое? Блин, что это? Какая-то часовая бомба, что ли? Не знаю, будильник какой-то... Ладно, давайте попробуем. Сюрприз. Какой нахрен сюрприз? Ты что гонишь, чувак? Ладно. Это мы еще узнаем. Все непременнейше, батенька. Оп. Стоп, спокойно. Не, этим меня уже не проведешь. Не, это слишком брутально. Самое то. Опа. Да я кого-то на чемодан отправил. Видать, не зря я запустил туда бомбошку. Ладно. Я теперь ни хрена не вижу. И мне это не очень-то нравится. О, вот теперь я все вижу. Классно все видеть. Так, ладно. Спокойно. Да. Значит, все-таки именно туда мы и собирались. Поправка. Именно оттуда мы по плану и должны были выпасть. Ну да ладно. Так даже удачнее получилось. Интересно, как туда запрыгнуть? Опа! Нет, не получилось. Да, метод требует сноровки. Это все равно, что заварить доширак с пюре Ролтон. Черт. Здесь тоже нужна сноровка. Тихо. Зато на выходе получится жирный такой концентрат. Правда, здесь кое-что получше концентрата. Опа! Твою мать. Дюк, ты что, издеваешься надо мной? Пощади меня! Козел. Ладно, это мы потом. На свободное время оставим. Точка перевыхода. Черт. А в прошлый раз ты проделал это с пушкой. Стареешь, Дюк, стареешь, чувак. Так, а ну-ка на чемодан, га. На чемодан, я сказал. Снимай чешую. Готов. Чё? Чё ты там вякаешь? Так, а чё это за вентиль вообще? Блин. Ну, судя по всему, это водопровод, и нужно что-то спустить, что-то... Блин. Короче, задница надиратель, а не какой-нибудь вам Марио. Побрызг, животные. Ух ты ж, японский барабанщик. Блин, вот мне только этого не хватало. Поздоровайся с моим маленьким другом, сволочуга. Ух ты, самонаводка. Прикольно. Так, стоп, а у нас сколько патронов? Да хренище. Так что в патронах для дробовика я не нуждаюсь. Ага, я просек. Именно это мы должны были спустить. Тем не менее, не такой уж я и Марио. В смысле, пожалуй, что я все-таки немножко Марио. Точнее, Дюк немножко Марио.
Видите, как он ловко прыгает? Ну и, разумеется, наладил проблему с водопроводом. Так что да. Ну да, не мне об этом судить. Ладно. Режим Марио активизирован. Что там у нас внизу? Опа, водичка. Сейчас купнемся. Ладно, что там у нас внизу? Вау! Это нам понадобится в дальнейшем. Так, ладно. Куда там плыть-то надо? Что? Ух ты. Ладно. Блин, красиво тут. Да, симпатично. Даже загадочно. Ну-ка, что тут у нас есть? Да ни хрена у нас тут нету. Опа. Резкий подъем. Привет! Да, он этого не ожидал. Так, ладно. Берем еще. Спокойно, до коллекции у тебя не дойдет. Но, к сожалению, у нас время подошло к концу. С вами был Карлик в свитере. И брутальный Дюк Нюкем. Встретимся в следующей серии. Пока, чуваки.